понедельник, 12 марта 2018 года, на канале НТВ состоится премьерный показ детективного сериала «Обратный отчет». Сериал состоит из 16 серий и будет показываться в 21:40 вечера по 2 серии в день. Майор Константин Корсаков – молодой, но уже опытный оперативник, на счету которого много раскрытых преступлений. Его очередное дело – убийство ранее судимого Дениса Костомарова – находится на особом контроле у руководства, поскольку случайной пострадавшей оказалась сестра прокурора. Хозяйка кафе Ольга Манская, видевшая ссору Костомарова с другим мужчиной, опознает убийцу по фотографии. Это Витя Ноль, тоже бывший зэк. Но Корсаков чувствует, что Ольга что-то недоговаривает. Тем временем Витя Ноль появляется возле ее дома, находящегося под охраной оперативников, и пытается ее убить. Ольга скрывается на своей машине, и ее объявляют в розыск. В городе подряд совершается два одинаковых преступления. Человека обезвреживают шокером и, приковав наручниками, сжигают живьем в автомобиле. Майор Корсаков выясняет, что двое погибших, Ушаков и Быстрицкий, были знакомы. Однако появляется третий труп, никак не связанный с предыдущими. На пустыре за домами обнаружен труп. Убитый – водитель ресторана Петр Морозов. Местный гопник, у которого изымают телефон Морозова, рассказывает, что взял его, когда Морозов уже был мертв. Также в кармане убитого было 500 000 рублей. Колокольников с коллегами выясняет, что у Морозова был роман с директором ресторана Ренатой, женой немолодого и богатого мужчины Бориса Журавлева. Вскоре Рената исчезает, разговор с ее мужем ничего не дает, он отказывается давать показания. Оперативники выясняют, что перед убийством Петра Рената сняла в банке 1 000 000 рублей. Они предполагают, что шантажист требовал деньги за молчание, но куда исчезли еще 500 тысяч. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.